Сегодня мы продолжаем серию видеоопросов населения столицы. Как они относятся к межрелигиозной дружбе? Я вообще за любую дружбу, межрелигиозную, межстрановую и так далее. Против любой вражды. Мы нормально относимся. В мире согласия нормально. Нормально относимся. Положительно. Положительно. У нас многонациональная страна. Все очень хорошо помогают друг другу. Все, например, хорошо отношусь. Ну, надо сохранять со всеми дружеские отношения, не ссориться. Все. Думаю, что очень важно. Она дает нам шанс узнать о новой культуре. Я думаю, что дружба нужна, потому что Бог един. Никаких не может быть разногласий. У всех единые взгляды. Оно должно нести добро, я так думаю. Если оно несет добро, и дружба должна быть крепкая между религиями. Но я считаю, что она очень сильно важна, как она сплочает многие нации. Мы же многонациональное государство, как бы все равно единство, а каждый верит в своего Бога. Ну, мы, как говорится, с советских времен, у нас межнациональная страна, где живут сколько много национальностей. Я думаю, что эта дружба между нациями, она очень важна.